Все-таки неправильно мусорить на дорогах, где ездят машины. Машины могут также наехать на эти бутылки. И вообще, зачем засорять наш город? Как бы это основная мотивация была этого поступка. Я ему сказал, что забери, пожалуйста, свою бутылку, и все. И благополучно ушел дальше. То есть никакой ответной реакции от него не было. Был смех, и не более того. Приятно, когда такие поступки, во-первых, замечают, и люди просто не остаются равнодушными к хорошим поступкам, правильным поступкам, тем поступкам, которые действительно должны делать люди.